Здравствуйте, меня зовут Владимир Белов. Сегодня у нас очень жаркая погода. На Численнике 14 июля 2019 года. Я уже сегодня нахожусь пятый день в отпуске. И хочу рассказать, как же я провожу отпуск в своей деревне. Я не поехал ни на какие, ни на Мальдивы, ни на Сейшелы, ни в Турцию не поехал. Итак, вчера у нас была суббота, сегодня воскресенье. Была суббота, 13 число, и я провел четвертый день отпуска вчера в районном поселке Муромцево. Наше заведение культурное, наш сельский клуб участвовал в семейном празднике «Пикник», так называемый, который проходил на Зеленом острове. Проходило это все во второй половине дня. Очень жаркая погода вчера была, так же, как и сегодня. Так что зарисовку моих роликов, что я там снимал, будет сразу после моего вот этого вступительного слова. Так что, пожалуйста, смотрите, оценивайте. Кто-то увидит себя, кто-то не увидит себя. Ну, было прикольно, весело. Это такой первый год такого вот семейного праздника на природе в Муромцево, в районном поселке Муромцево. Вот так вот. Смотрите, оценивайте, пишите комментарии, как проходят праздники у вас и что вам понравилось в данном формате, что не понравилось, кто был, кто не был. Вот так. Жду от вас ваши комментарии. Так, смотрите. Поехали! К крутому кропкову стоя идет, напоить коня гнедо, добрый молодец ведет. Перед дальнюю дорогой отдохнет, пускай гнедо, а печали и тревоги унесет речной водой. На плаву прыгнуть в воду и огонь, снять последнюю рубаху, загоняй за гармонь. Эй, были дорога, небеса, пытам бог, разрив тревогу, поможет нам гармонь. На нашем зеленом острове. Название этой креативной зоне придумали сами муромчане. Многие годы здесь традиционно проводился районный праздник «День молодежи». И сегодня мы хотим вспомнить хорошо забытое старое и вдохнуть новую жизнь в эту удивительной красоты природную зону. Сама природа способствует проведению здесь культурно-массовых мероприятий. Это замечательное место, хорош он летом и зимой. Стоит березы, обнимая, омытой тарою рекой, и весь от края и до края. Чаще рощи и леса, нет ли сердца навсегда, и шумит, бежит, течет река, обгоняя в небе облака. Такой сердцу самый милый, дорогой.
земле бродить. Край родной тебя мне не забыть. Подрастающим детям в атмосфере добра, любви, верности, да? взаимопонимания они вырастили и воспитали своих детей. Традиционная роспись, да? Сын Сергей окончил Саргатское педагогическое училище, Сибирскую академию физической культуры, работает учителем физкультуры, ОБЖ и труда в Камышино-Курской школе, является тренером хоккейной команды, которая не раз занимала призовые места. Жена, воспитывает своих детей. Дочь Марина окончила Саргатское педагогическое училище, Омский педагогический любви и верности, сохранение семейных традиций и достойное воспитание детей. Супруги Абрамовы награждаются грамотой Организационного комитета по проведению дня семьи. Семейный праздник. Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть в жизни у человека. Воспитать детей, дать им путевку в жизнь – это дорогого стоит. Я искренне поздравляю семью, которая стоит на этой сцене. Поздравляю за то, что они прошли долгое время рука об руку, душа в душу. Воспитали сыновей, сына воспитали. Это я помню, говорю, это сын участковым работал. Он сейчас работает в школе. Это прекрасные люди, прекрасный человек. Что дали родители, что-то заложили в своих детей, то они и получили. Здесь мы получаем поддержку и понимание, утешение в трудные минуты жизни. Именно здесь формируется наше отношение к миру, окружающим людям, главные черты характера. Недаром говорят, что семья – это основа любого общества. Искренне желаю вам семейного уюта, долголетия, благополучия, любви и взаимопонимания. Пусть ваши близкие будут здоровы, а дети растут успешными и счастливыми. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Владимирович Остапович. Теперь так притапливайте сюда, да. Закругляйте, но не стягивайте, что видите, я держу, что вы. И назад теперь нет. Еще раз мы хотим от всех присутствующих на нашем празднике поздравить вас с замечательными наградами, пожелать вам всего самого доброго. И сегодня в вашу честь для вас прозвучит песня. Поет Юрий Петер. Потом, когда вы все делаете, разрезаете, связываете. Вот вам дорожка, половичок. Да? Из старых тряпок. Ради бога, экономная. Давайте снова так. Ну как вас или вам ваши класс? Ну, хорошо. Хорошо, это как бы по старинным лекалам. Быстренько для себя можно сделать, соткать коврик в спальню или куда-то в дом. Что здесь происходит? Что у вас? Мы золотую рыбку поймали, а теперь по волшебной дорожке идем. Понятно. Я
Слушай, попрыгаем. А еще и попрыгаешь, сказали. Только ощущение, что вы нас бить. Нет, и не убьешь, да? Не знаю, не знаю. Это интерактивная площадка ушаковского поселения. Ну, наверное. Я думаю, нас там селиться заставят. Нет, заставили рыбу. Лошадка. Вы можете нам объяснить породу ваших лошадок? Пони? Пони, шотландский. Не знаете, да? И возраст. Старенько где-то. Своё метели. 20? А это? Снова будет снова лошадки. Ну, не хорошие, спокойные лошадочки, да? Вы чем-то их помазали, чтобы к ним не лезли или нет? Да нет. Обработали против комаров, ноды? Против ноды. Седла у вас ковбойские. Ну, помаленечку ребятишки катают? Только вышли. А, вы только начали. Да. Они сбываются. На интерактивной площадке вы можете принять участие в мастер-классе «Ромашка. Символ любви и верности». А семейное фото, сделанное на ромашковой поляне, будет еще долго напоминать вам о нашем празднике. Специалисты Центра русской традиционной культуры приглашают окунуться в волшебный мир русских традиций. Возвратившись к истокам, вы обретете навыки по качеству, если посетите мастер-класс народных ремесел. Также вы сможете приобрести народные сувениры, чтобы порадовать себя и своих близких. Молодежка приглашает, классный отдых обещает. Разрисуют лица просто класс, в аквагриме не узнают вас. Если хочешь, разомнись, бадминтон соперником сразись. Коль устал, так отдохни, в книги и журналы загляни. В общем, журналы листай, лезь себе, да загорай. Можно попрыгать на батутах, жаль, что нет парашюта. Посетите выставки, пленэр, ряды шашлычные, и настроение ваше будет отличным. Отдыхайте, развлекайтесь, загорайте. Семейные пары и семейные дуэты принимают очень активно участие в творческих мероприятиях не только в своей деревне, но и в Бергамахском поселении, и в нашем Муромцевском районе. И мы очень рады поприветствовать их сегодня на этой сцене и поздравить прежде всего с Днем Семьи, Любви и Верности вас. Пусть ваш семейный очаг всегда будет теплым, пусть у вас дома будет уютно, а в душе всегда царит любовь и взаимопонимание. От учреждения я хочу вручить вам благодарственные письма за участие в нашем празднике. Итак, Александру и Нине Байковым. Виталию и Анастасии Савельевым. Сегодня мы еще услышим их выступление, а сейчас вашу честь, дорогие друзья, прозвучит песня в исполнении лауреата международных конкурсов Егора Моисеева. Для вас. Благодарю тебя за песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла, оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг
сад горевшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю.